Совсем скоро телекомпания «Актис» покажет новый выпуск программы «Голубой огонек». Вместе со зрителями мы встречаем Новый год уже в шестой раз. Десятки танцевальных номеров, вокальные произведения и беседы с интересными гостями. В следующем сюжете мы приоткроем завесу тайны съемочного процесса. Твоим прижаться хочется, мне к волосам твоим прижаться хочется. Спаси меня, спаси от одиночества. Десятки гостей, праздничное настроение и интересные беседы. Телекомпания «Актис» приглашает телезрителей встретить самую волшебную ночь в году вместе. «Голубой огонек» – новогодний проект, который выходит в эфир 31 декабря, за час до сказочного боя курантов. В компании гостей, известных политиков, артистов, музыкантов, спортсменов, предпринимателей мы провожаем старый год, вспоминаем самые значимые события, загадываем желания, строим планы на будущее. Встречаем Новый год вместе с жителями региона. Нам шептал ночами свет луны, но когда мы еще не видели лица нашей любви. Зрителей «Актиса» в новогоднюю ночь ждет много интересных интервью, известных песен, танцевальных номеров, поздравлений и даже кулинарный мастер-класс. В программе выступят творческие коллективы города, которые подарят незабываемые эмоции и создадут атмосферу праздника. Наступил Новый год. Что он нам принесет? Это праздник света и любви. Уже 6 лет программа «Голубой огонек» на «Актисе» находится на вершине телевизионного эфира, потому что это один из самых любимых и долгожданных проектов среди жителей Приангарья. Сценаристы, режиссеры, операторы, видеоинженеры, а также наши гости и артисты стараются сделать все для того, чтобы 31 декабря вы, уважаемые телезрители, включили телеканал «Актис» ровно в 23:00 и получили удовольствие от просмотра, зарядились отличным настроением на весь 2024 год. Также вы сможете увидеть повтор яркого шоу 7 января в 20:00 и 13 января в 21:30. Для вашего удобства во время премьеры трансляция будет вестись на сайте actistv.ru и в телеграм-канале.